Flying stunts were performed by professionals who are Russian. Don't try this at home. Да, Света, что тебе сказать? Она опять поставила какую-то фотку. Да. Больной человек, что тебе сказать? А ее муж, что это можно обнять или так? Он никогда не дома. Опять он пошел в баню с моим мужем. Мне не нравится, когда они вместе. He's a bad influence. Эрик, ну Эрик is okay. Опять, наверное, пошел шляться туда. Так что давай я перезвоню. Окей. Эрик. Глупен Морген. Где ты вчера был? Ну, я был дома. Ты дома был? Я тебя смотрела на вот этот Find Me. Я пошел. Ты уже по-немецки разговариваешь? You're like really pissing me off. No. Что ты хочешь? Are you drunk? Ну-ка, пойду. No, I just want to sleep. I want to sleep. Breathe on me. What? Breathe. Are you about to hit me? What are you doing? Нет, он не пил. Thank God. What did you just do on top? To smell you. Anyways, just another cleaning lady. Just так грязно. Listen to me. What do you want to eat? I don't care. Do you want something? Yeah. Потому что ты знаешь, сколько ты юзаешь вот этот Uber Eats? It's crazy. What did you just say? Uber Eats. Такой-то бил пришел. Crazy. Uber? Я тебя буду готовить. Не надо юзать это Uber. What the hell is Uber? Uber is Are you making like fun of me again? Bear delivery service? What? Uber. What is it? Uber. What the hell is Uber? It's Uber, ma. Это ты посмотри здесь hibernation здесь. Где ты взял этот blanket? Yeah. Это ты у girlfriend взял? Yeah. Why don't you like it? What's wrong with my butt? Why are you being so mean? Please, let me just sleep. Так, I have to go. Мне надо ногти сделать, потому что I look awful. Okay, go. Мне китаечки сделала. Она как раз приехала обратно с vacation. Anyways, что тебе сделать breakfast? I literally don't care about your китаечки. Just something like I don't know pancakes. Эрик. Я сейчас пойду, и ты я сделаю disabled на твой Uber. What are you even talking about? Please, let me just sleep. I'll make myself. Ты хочешь sunny side up? Нет. Глазунью хочешь с помидорчиками и огурчиками? Что? No, я хочу. И с колбасочкой? Just bagel. Дай мне bagel. Bagel? Да. Ну, bagel я хотела уточкам дать. Оно уже плохое. У нас нету bagels. Так, послушай меня. Сам себе разберешься. У нас есть фаршмак, у нас есть там паштет, у нас все есть. Окей, ты себе сделаешь что-то. Ой, пупсик мой, иди разбуди его. Иди разбуди. Бро, chill out, bro. Hi, good morning. Hi, бабушка, как дела? Все нормально? Хорошо. Я тебе сейчас перезвоню через 30 минут или час. У меня просто я что-то устал. Хорошо, я тебе потом позвоню. Да, котлеты хорошо, спасибо. Давай. Все, бай, баб. Бай, пока, окей? Нет. Нет, это не я. Это собака кашляет, баб. Нет. У меня просто как бы... У меня чуть-чуть горло болит. Я сейчас... Бабушка, чуть-чуть болит. Чуть-чуть. Я сейчас Тайленол. Я знаю. Мне 20 лет. Я знаю, как... Нет, я не умираю. Пожалуйста. Бабушка... Бабушка, нет. Баб, не надо. Бабушка... Алло, баб! Ты что, заказал Uber Eats? No. Кто там? И твой girlfriend проходит? No. Who the hell is it? Эрик!
It's бабушка! Oh, no! Да, здравствуйте, заходите. Мой внук заболел. Делайте, что вы хотите. Эрик? Эрик? Ты заболел? Как ты так быстро сюда пришла? Я сейчас тебя все накормлю, не волнуйся. Тебя мама не кормит. Эрик, Эрик, зачем ты? Скажи бабушке, что ты заболел. Я ей не сказал. Ты что, ненормально? Я, ну, выкини ее, скажи. Ну скажи и домой пойти. Скажи, зачем ты это сделал? Зачем ты? Я случайно. Нет. Dude, I didn't think she was gonna come home. Что? Какой тут? Я мамочка. Нормально. Just deal with it. Get her home. Что deal with it? Я сейчас ухожу. Она мне сейчас... Здесь... Cleaning lady придет. Don't leave me alone. Don't leave me alone. Послушайте меня. Это видео про Russian Remedies, когда вы заболели. Вам не нужен никакой доктор. Вам нужна баба Фира. Вы поняли? Рассказывайте бабушке, когда вы заболели. We live for this. I'm leaving. Good luck. Потому что я здесь не хочу быть for this. Твоя бабушка Азохенбей. Ой. Лапочка моя. Куколка моя. Как дела? Что такое? Почему ты мне раньше не позвонил? But I'm fine, Baba. I'm literally I'm fine. I'm just a little like. Ой, я хорошая ушка, надо почистить. Ой. Чтобы хлеб ты... надо кушать. А ты наверное знаешь, когда ты делаешь это, Никита? Никита дает вот этот? Никита дает. Никита. Кито, а не Никита. Кито, Никита. Никита из моих. Мишпуха, послушай меня. Sorry, ты хочешь, если я заболела sorry. Тоже? Сейчас, все. I'm not sick. Мне послушай просто... меня. Можно Дейквил? Ты, наверное, такой Дейквил. У меня Дейквил, но... Это наркотики. No, это medicine, это лекарство. Послушай меня. Что ты двигаешься? Yeah. Ты меня сейчас скинешь отсюда. Ой, посмотри, у меня порвалось мое термометр. Это не в рот. Я это брала, когда мне было 5 лет. Давай подмышки. О, у тебя чуть-чуть там папает. Ой. Oh, shit. Ты что, веган? Ну, right. Как ты ставишь, бабушка, upside down? Ты что? It's the other way around. Под кофту. Под кофту, давай. Тебе что-то воняет. Ты когда последний раз брал душ? Смотри, looks like I have a nipple. 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 Знаешь, что такое nipple? Это хорош. Давай. Три минуты считай. Дай я попробую твой. Ой-ой-ой-ой, сиди. Температура. Я точно температура. Mm-mm. Давай. What the? Бабушка, что? Давай. Ау, что ты делаешь? Так холодно. Oh my, did you just put Caesar salad on my forehead? Да. Баб, что ты делаешь? Тише, успокойся. Ты мне, я сейчас, are you killing me? Это лэтус. Ты как... Лэтус забирает... Всю? У тебя температура! У него температура! Так, давай проверяем. Бабушка, кто это давай тебя проверяем. Научил, вот этот лэтус? Давай проверяем. Сейчас. Ничего, I'm fine. Да, температуры нету. Видишь? Мне надо тебе грелку дать. Воу! Давай! Chill out. Oh my god. Тише. Бабушка, это грелочка такая. It's really hot. It's burning my back. Бабушка. Музыку, давай, раз, два, три, мы поставим Викс. I put Викс on everything. Можешь мне принести Твикс, а не Викс? Это хорошо надо втереть, что она хорошо окрыла все нозные поры. А что, нозные поры? That sounds really intense. Что это такое? Да, сейчас я. Holy... Wow. Wow, this is like smoke... Like... И тебе сюда, на рубашечку, сюда надо. Куда? А ну-ка покажи мне. I'm literally burning from every side of my body. Давай тебе. Хорошо. Бабушка, мне... О, тебе надо здесь побрить. Что это такое здесь у тебя здесь? For another посмотри, day. Что у тебя здесь за волосики. It's like burning my... Давай, вдыхай. Еще раз. Еще. Только... This... Ой, ты еще пукнул? No. Еще раз. Ты пукнула. Как Фредди Меркьюри. Еще раз. Что? Окей?
Ah, Bob. Oh my God. It's dripping. What is dripping into my brain? Бабушка. Это olive oil. Я ставлю в макровей. И я его дыпаю туда, он теплый, и оно забирает все вот это. This cannot be real. It's good. Что это тебя научило, бабушка? Через пару секунд будет хорошо. I'm gonna get like an ear infection сейчас. Are you crazy? У тебя infection. Тише, вот так, держи, тише, вот так. Сейчас будет хорошо. It's dripping into my throat. There's What? Olive oil from my ear dripping into my throat сейчас, бабушка. Что ты придумываешь, актер? Бабушка, this can't be safe. Хорошие ушки. Да? А посмотри, тебя чуть-чуть поплюснутые. Тебя, наверное, за пинцет брали, да? Что? А сколько ты вес, когда ты родился? У меня пинцет. Пинцет? Тебя за пинцетом взяли так? When I came out? Да. Я не думаю, бабушка. А что у тебя приплюснут такой? Какой доктор берет пинцетом? Тебя кто-то укусил? No. Why? А какие у тебя уши? Не приплюснутые. Да, почему у меня такие уши странные? Яйцо! No, бабушка, пожалуйста. Кипящее яйцо! Это хорошо. Ой. Подожди. Ой. Ау, Jesus, Grant. Ой. Вот, тебе это же на носик. Вот так. Are you kidding me? Это хорошо. Что ты смеешься? Грэма, это яйцо ты поставил мне на нос. Okay. Это мы сейчас будем варить sinuses. Okay, Papa, that's hot. Тише. Why are you cooking my boogers? Don't cook my boogers. Ow. Be a man. Okay. Бабушка, объясни мне, how this works. An egg on my nose. What is this? Оно здесь как moisturizing sinuses. Оно тепленькое здесь делает, оно варит. И потом сейчас... Вот так. Оно что? Тише. Вот так надо делать. It's gonna be good. О, shit. Тебе сейчас сделаю, послушай, гоголь-могель. What is гоголь-могель? Why did you say it like it's a potion of some sort? Это potion русская, там какаоная какао-пудра, там яйца. Какаоная какао-пудра, бабушка. Ро-эг. Потом там еще мед. Okay. И ты вот так... Never do that again, бабушка, stop, don't do that. Don't do that in public. Don't do. И потом ты сейчас ложку это возьмешь, ты понял? Okay. What the hell, бабушка? What is пупудра? I don't want your пупу or any dra. You learned this, huh? Where did she read пупудра and Google? What is it? Google Moggle? What is it? Google Moggle. Google. Бери. Oh no. Бери. Oh no. Oh no. Okay, so I feel good. Oh yeah, okay, that's much better. Oh, okay. Let me get that gogol mogol out of my mouth. Я тебе сделал бульон. Мне не нужен бульон. Все, баб, я все закрыл. У меня теперь все нормально. Ничего не будет выходить. Все. Я тебе делаю комбучу. Я иду спать, бабушка. Я не хочу твою комбучу. Блин, грибы какие-то в воде. И у меня здесь хорошая морковка. Я... No, бабушка. No carrot juice. No carrot juice, бабушка. Давай, у меня здесь специальный проваренный чай. Ну, все, бабушка, я иду какать. Пока. It burns my nostrils. Давай, and breathe. Больно. Дыши. Ow. Okay, wait, my лицо, it's on fire. Тише, let давай. Let me get out. Я тебе еще картошку привезла сейчас. На тебе. Горячую картошку. My nostrils are on fire, бабушка. На тебе картошку. Что, картошка? Да. Послушай. Сейчас я тебе дам все, что было хорошо. Okay. Так, это у тебя живот, тебя чуть-чуть болит. Так, мы берем сейчас вот эту штучку. Ты видишь, это кефир. Это кефир, это имеет такие бактерию. Хорошую бактерию. Понимаешь? Надо пошейкать. Ну, шейка мне. Шейк, мама. Шейк, мама. Шейки, мама, шейк. Так, если у тебя... Sorry, got excited. Sorry, он это кефир, ты понимаешь? What are you doing? Это кефир. Не надо вот так шейкать, окей? Это хорошо, это написано. Shake well before opening. But just shake вот так, you know? Не так, вот так просто, shake in America, вот так. Одной рукой слева shake. Вот так. Вот так? No, бабушки. Вот так? Макдональдс, это надо правильный кефир. Косенько. Да, it's better than the gogol mogol. Да, и теперь еще здесь еще есть, я тебе еще дам сейчас
Это. Я теперь какать буду меньше это или больше? Это фармер чиз. Ты понимаешь? Этот. Пробуй эти. Ты понимаешь? Это самое главное. У тебя живот ужасный. Но мне это вообще нравится. Ты одни вот эти ваши суши кушаешь, одни эти китайское. Да, возьми. О, Pringles. Да. Thanks, Bob. Бабушка, what the hell is this? You can make a juice or something? You don't have a juicer? Why did you put it in a Pringles box? Давай, быстро, кушай. Кушай. Послушай меня, самое главное, это витамин С. Как сиси. Возьми. Штучку, возьми всю штучку. Ой, я с тобой... Тебе бульончик сделала. Видишь, супчик, вы с моей мышелькой, я тебе привезла. Специально. Послушайте, когда вы заболели, надо взять бульон. Иногда можно его просто стаканчиком выпить. Теплый. И вот так надо. Вот так. Вот так. Что она медленно пошла. Медленно. Хорошо, да, тестит-то. Для чего? Тестит. Тестит? Тестит, да. My testicle? Google it. Urinary tract infection? Wow, I don't have a urinary tract infection. Мы делаем хани, такой сэндвич. Honey and lemon sandwich? Да, вот так. Are you kidding me сейчас, бабушка? Окей, бери. Это такой толстик. Like, знаешь, как туна-тата? Да, бери. Всю штуку. It's actually pretty good. И кефир надо. Кефир, вот так. Вот так, кефир. Берешь кефир. И вот так аккуратно кефир ставишь. Так хорошо for the skin. Если ты когда-то загореешь, if you get burnt, you put кефир on it. I smell like breast milk, бабушка. What? Откуда ты знаешь, как оно пахнет? You're putting кефир on my face at this point. No! Если ты когда-то загореешь, ну это хорошо от прыщиков, и что у тебя skin is moisturized. How much is too much? When does this stop? Are you just gonna keep dabbing it? Dab? Is this a made up thing? Are you just torturing me? You what? Are you kidding me? You put kefir on it. You do this? Okay, can right, I? Right, sit down. Can I do this to you now? Вот так. Вот так, хорошо. Вот так. Надо размазать хорошо. Вот так. Такие штучки называются валерьянка. Это тебе надо, чтобы ты успокоился. Is this drugs, girl? Если ты когда-то хочешь что-то, когда-то chill out, ты берешь вот такое. You do drugs? Что? Какой drugs? Yeah? Наше жевание, он же legal drug dealer. Let me see. Фармацевт. Кто? Вот это. CBD oil. You do CBD, бабушка? Да. Get out of here. Это ты CBD, ты сама я CBD беру, кушаешь. Я беру вот это беру вот так. Пипеточку вот так. Так, беру. Видишь, я беру половиночку. И... Ты куришь, бабушка, это травка. Бабушка, это травка. Какая травка? Это CBD. What do you think CBD? Я беру и мажу себя в спинку. Вот. Спинку. А потом кушаешь? Help. Hemp. Help. Hemp. Help. Hemp. Help. Hemp. Help. Hemp. 14% help. Hemp. А, это не марихуана, это как бы, это как лекарство, это как валерьянка. Same thing, it chills да, you out. Да, это как валерьянка, я тебе пробую объяснить. But look at you, you got two bottles of drugs. Вот такое. Вот так? Вот так я ложусь. Да? О, Максим Галкин. Very nice. Вот так, ты понимаешь, я смотрю. О, Пухачёва. Very nice. Я устала. Ой. Так, надо суп сделать. Надо вот. Горячо, 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 горячо. Чё? Это что у тебя не было? Pink eye. У меня сейчас будет, блин, I'm gonna be blind right now. What are you doing, бабушка? Okay. Pink eye. Что у тебя не было? I don't have pink eye. Знаешь, как можно получить pink eye? Как? Если тебе кто-то пукнул на подушку. Так, открывай ротик. Открывай ротик, давай. На тебе. Это у тебя CBD теперь будет. You just drug me? Да! Бабушка! Ты знаешь, я тебя драгала всю твою жизнь! Бабушка! Блин!
меня теперь ужасный понос от этого всего, от могель, шмогель, лимон с медом, блин, у меня... I'm literally, my lungs are coming out of my butthole. It won't stop, it won't stop. Stop. Давай, давай. Бабушка, спаси меня, мне нужно лекарство теперь от каканья, блин. Что? Ты перекушал мандарины? Перекушал мандарины, бабушка, я не перекушал мандарины, ты мне, блин, I ate ginger, I ate an entire ginger, because you told me... У тебя сейчас идет детокс, ты понимаешь? Детокс, детокс. Ты что, там беременна, тебе помочь нам? This video has been sponsored by LifeWay Kefir. It's просто the best. О, я нашла банки. Вот это будет улет. Привезла гречку вареную такую, знаешь? Вот это хорошо. Сейчас вы порвалась моя штучка. Бабушка. Ты что, сейчас всем покажешь? Где у вас здесь коньяк? Надо дать Эрику, потому что у него горло болит, ты понимаешь? Он вчера пил коньяк. С друзьями? В клубе? Без еды? Кошмар! Огурчики там были? Это кошмар, эти американцы, я не могу с ними. Носные поры? That sounds really intense. Носные поры, пожалуйста, не открывай мои носные поры, бабушка. А где эти носные поры? Am I in prison right now? Please don't open my носные поры. Are you kidding me? Хорошо, что ты смеешься? Грэмма, это яйцо ты поставил мне на нос. What is this? Это for what? Горячая, Эрика, ну горячая. What is it for? Это что? Выйдет из мозга. Да. Оно варит sinuses. Варит мне sinuses? What are you making? Are you making... Is dad in the back? Юра, ты выйди оттуда. Wait. Юра! Что? Really? Dad wants to be in the video. Посмотри, твой сын заболел. Да, он притворяется. В школу не хочет идти. Hydrogen peroxide. Why are you putting peroxide on my feet, Josephine? No, yeah. Gargle. You're gonna burn off. Imagine opening my mouth and pour it in my like torture. Throw it in my mouth. Do it. Мы выжили. Лондри, выжили! Show it to your parents, бабушкас. If you think we missed something, let us know. Потому что I am old and I have bad memory. Take it off, Vince.